Денис Бодров шайбой. Крикунов. Так на синей линии, на грани Крикунов. На итоге шайба в среднюю зону выскакивает. И автомобилист также откатывается назад. Но Амур, он тоже там на чужих ворот в овертайме не ходил. Просто шайбой, по-моему, не владел. Но вот сейчас, да, удается Вячеславу Шенину. И, в принципе, один на один мог убегать, но клюшки не было. Вот беда. А теперь Денис Бодров забивает. И 5-4. Автомобилист выигрывает этот матч в овертайме. Денис Бодров, защитник екатеринбургцев, приносит победу своей команде. Непростой матч получился. Пусть и Амур один из аутсайдеров лиги, но тем не менее.